Уважаемые дамы и господа, у нас наступила зима, мы с вами снова на кладбище. И смотрите, что я вам покажу. Вот здесь обратите внимание на то, что завязана вот такая вот веревка. Вот такая вот веревка завязана. Вот. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы сделать ритуал. Каждый узел завязывается с заговором. Как поступить в том случае, если вы пришли и у вас вот такой узел огромный? Есть простой ритуал. С молитвой зажигаете. И вот таким вот образом пережигаете веревку, не трогая узел.